Всем привет, на канале Лиза Стар, ребят. И сегодня я сделаю видеообзор своего старого альбома для наклеек. Хотел сказать ЛД. Вот. Я его коллекционировала 2 года назад. Так что, думаю, что будет интересно посмотреть. Тем более, я уже не помню, какие-то наклейки уже были. Также хочу передать привет Карине Смайл. Давайте ей поможем набрать 50 подписчиков. Поставим ей лайк и подписываемся на ее канал. Итак, у меня уже потрёпанный весь, вот, а вид, и тут у меня наклейки было написано, не надо видно, тоже не дирается, в общем, зря. Ну, в принципе, уже это не надо, потому что мне она не нравится. Вот, там потом я это все уберу, вот, тут был Винни-Пух у меня, сейчас он есть. Так, первая страница, я никогда не знала Monster High, их имена. Поэтому я нашла в интернете, записала Дракулаура 5, 1, 2, 3, 4, 5. Вот чупа-чупс. Ай, скрипучий, не могу. Прикольные такие штучки 3D. Вот. Ну, первый у нас Спектра Клео, Лагуна Дракулаура, Гулия Клаудин, Эбби, Фрэнки и Оперета. Сама Оперета. И тут у нас тоже... Только не Оперета. Стоп, это у нас Спектр, простите. Дальше у нас Эбби, по-моему, был. Барби. Это Винкс. Мне раз вот это вот, особенно вот это вот. Дальше еще Винкс. Монстр Хай, вся страничка у меня наполнена наклейками. Дальше новогодний. Только я его не собирала. Дальше такие с блесточками, это фрукты и сладости. Они нужны, наклейки разные, но которые не в тему. То есть так, вот такие, такие, такие. Вот, дальше у нас идут... как это правильно назвать? Животные домашние, кошечки, собачки. То есть оранжевые, как я помню, называла. Что собачка, розовый, там котика. Потом наклейки не хватило, порвалось. Дальше Фьорби, он его закрывает, и вот, закрыл, открыл, закрыл, открыл. Тут еще был еще один синий, но я его приклеила. Дальше это у нас Angry Birds, тут тоже не собирала страничку. Вся страничка, наклей, который светится в темноте, белый домик, он светится. Значит, будет видно, не видно, мне вспышка, потом не показать вам. Дальше, значит, Monster High наклеечки тоже не собирала. Еще Monster High из коллекции. School's Out, по-моему. Барби. Мишки Тедди, вся коллекция. Дальше таких наклеечек я покупала. Это у нас, что там у нас? Венера и Дракулаура. Вот. От Panini компании. Где они, я уже не помню, но эти карточки были такие прикольные. Очень прикольные. Дальше у нас идут собачки, которые не собирала, что 2 штучки не хватило. Вот, светящие наклейки с Союз мультфильм. Все собранные Винкс. Какой там коллекция 5, по-моему. Губка Боб. Только я тоже не собирала. Союз мультфильм. Вторая часть тоже не собирала. Вся коллекция диких животных, всю коллекцию собрала. Вот видно, да? Пачка попала ей. Дальше это, не помню, как это называется, история игрушек, вот, мультик. Одной наклейки не хватило этого. Там такая игрушка была в виде куклы, по-моему, не помню уже. Клоудин Вульф, я ее любила. Барби, вот. Ну, как это Барби и одновременно принцесса Диснея. Две Диснея, тут Барби. Принцесса Диснея. Тут я все собрала. Коллекция сердечек, все в виде сердечек. То есть тут были и тортики в виде сердечек. Такой тортик. Тортики в виде сердечек и просто сердечки. Смайлики, и у меня их 3. Дальше... Мишки Тедди, вторая часть. Тут у меня где-то была первая, сейчас вам покажу. Так, вот тут мы еще не дошли.
Вот мишки, сейчас покажу тебе мишки, чтобы сравнить. Так. У меня он очень толстый, поэтому... Вот, первая часть, вот вторая часть. Мне больше нравится первая, не знаю почему. Дальше это у нас Monster High. А дальше... Тут я тоже не дособирала. Дальше у нас сейчас мультфильм, уже третья часть. То есть у меня их три части, сейчас вам покажу. Так, ребята, вот первая часть у меня была. Дальше вторая. Только я собрала всю коллекцию первых клеечек вот части. А вот эту я тоже не дособирала. У меня осталось немножечко, еще, по-моему, две наклейки. У меня уже не дособирала. Котики тоже светящиеся наклейки. Винкс тоже светится. Вот Гарфилд. Гарфилд, в общем, вы поняли. Это когда мы ездили отдыхать, я таки купала в Саратове. Дальше это у нас... Что-то я планировала таких животных, но что-то я их не докончила. Ну и все, больше у меня вообще там ничего нету, в конце есть. Сейчас вам покажу. Вот такие наклеечки, мне не понравились, ничего наклеила. Там еще моя фотография, но я ей показывать не буду, это обычная фотография. Вот, тут закалка почему-то у меня лежит с котиками. Напишите в комментариях, продолжать ли мне собирать мой альбом для наклеек, или не стоит уже. Хотя вот я дособирала, ну сколько все страниц? Блин, не помню, сколько в альбоме страниц уже. То есть вот это вот я все дособирала. Не знаю, может дособирать на коллекции. Хотя вот вряд ли сейчас есть уже коллекция вот этих вот новогодних. Вряд ли уже есть... Где? Сейчас мультфильм, продолжение второй части, или это первая, или вторая его часть. Ну, не знаю, может быть, будут собирать, может, не буду. Но такой вот мой, так сказать, альбом для наклеек. Тут уже пошарпанный, ну, как уже 2 года назад был. Так что, если хотите, чтобы я его продолжала, то ставьте лайк под этим видео, пишите комментарии. И всем до встреч, всем удачи, всем пока. Пока-пока.